Сегодня какое число? 10. 10 число, 10 ноября 2016 года. Ноября. Вон они бегают. Открывай. Сейчас тебе дам камеру. Снимай. Так, вот наши брудеры. Брудеры не переносные, встроенные по месту на четырех опорных брусках. Идущих от потолка до вот этой плиты. Смотрим наших птенчиков. 44 птенца. Мы их разделили примерно на курочек и петушков. Вот они такие замирают сюда, смотрят с любопытством. Так, это у нас инфракрасная лампа. Включается, вот тут она включилась. От реле. На таком уровне находится термодатчик. Тут у них кормушечка. Вот она с этой стороны. Ну, здесь вот у нас предположительно курочки. Ее так за холочку взять, аккуратно, она, а нет, петушок. Ну ладно, потом разберемся. Здесь примерно 22, и здесь примерно столько же. Поилки у них ниппельные стоят, и на всякий случай вот такая. Красавчики, некоторые с какими-то пятнышками. Где он самый красивый? Вот он, возьми петушок. Возьми его в руки. Какие покорные. Ну, покажи, что петушок. Вот петушок. Спит, что ли? Да, спят. Многие спят. Ну ладно, ты спят. Пока они у нас находятся на подстилке из газетки. Потом мы ее уберем, когда они чуть-чуть подрастут. Температуру мы держим здесь 30 градусов. Но каждый, в первый день вчера они были при 35 градусах жили. Сейчас 30. Каждый день будут снижать по градусу. Снижается вот так. Уже можно с ним снизить. Яйца сегодня собрали. Так, птенцы все здесь. Угу. Сколько градусов в кроках? 23 градуса. Ну все. Там не любим. Думаешь, на улице гуляют любимые жены нашего птуха? Mm-hmm.
Да, дерутся не на жизнь, а на смерть прям. Цепились мертвой хваткой. Цепелка-то? Угу. А он же более тяжело рвется, чем рыба. Рыба-то чего?